Можно вот так вот по поиску искать разные города, страны неизвестные. Привет, на канале Мы в мире. В прошлом ролике, как записать видео маршрут вашего путешествия, мы делали задание такое, в каких странах расположены 5 сюжетов. Первый – замок на горе, историческое место в пустыне, старинное сооружение в городе, колесо обозрения на реке и площадь в городе. Ну, историческое место в пустыне, пирамиды, все угадали. Старинное место в городе – это Колизей, тоже все угадали страну. А вот замок на горе, я, честно говоря, думал, что никто не угадает. Хотя, вот как можно было найти. Первая подсказка. Смотрите, мы нажимаем на проигрывание. Вот, и в начале ролика идет приближение, в какую страну мы прилетаем. Можно запустить программу Google Earth, найти это место вот так вот и увидеть, какая страна. Видите, Германия. Видите, мы в ролике делаем стоп и смотрим, в какое место прилетаем. Это первый механизм. Второй механизм, о котором в этом ролике идет речь, механизм поиска по картинке. Смотрите, мы запускаем. Вот у нас идет облет объекта, и на красивой картинке мы вот так вот нажимаем стоп и делаем кнопочку print screen, нажимаем, запускаем редактор, например, paint графический, вставляем изображение, делаем увеличить полотно, так, и вот у нас картиночка получилась. Теперь вырезаем саму картиночку, делаем выделение, выбираем инструмент выбор и делаем выбор вот этого вот замка и делаем обрезку по краям. Вот у нас получается картиночка. Сохраним эту картиночку. Сохранить как? Назовем ее PIC и в формате файла JPEG. Делаем сохранить. Окей. И теперь запускаем Google поиск по картинке. Выбираем картинка. Загружаем нашу картинку. Загрузить файл. Вот, выбираем картиночку PIC, идет загрузка, и вот у нас, пожалуйста, Neuschwanstein. О, прямо скороговорка какая-то. Вот он, красивый замок, вот можете почитать о нем информацию, когда он, что был построен, историческое место. То есть вот так вот очень легко найти, и картиночки, вот похожие фотографии есть. Следующий у нас объект был колесо обозрения. Вот смотрите, тоже таким же способом выбираем ракурс красивый, так. Делаем print screen, и уже в Paint можно делать вставка Ctrl-V, и можно сохранить размер полотна. И здесь вот мы подбираем, видите, вот так вот берем, просто подбираем, чтобы картиночка была вот подходящей. Нажимаем сохранить и пробуем найти, где это. Загружаем картинку. У нас уже колесо обозрения. Загружаем ее. Лондонский глаз. Колесо обозрения в Лондоне. Нашло, и хорошо это все видно и распознало. Видите, то есть ракурс нормальный, и все это можно найти. И последнее задание, как оказалось, самое сложное, это вот площадь. Вот, кстати, вот ее, если попробовать выбрать ракурс, какой ракурс выбрать? Ну вот, например, выбираем вот такой вот ракурс, например, делаем print screen, сохраняем сюда, так, подбираем, делаем сохранить и попробуем найти по картинке. Вот идет загрузка файла. Тут очень тяжело. Как оказалось, это очень тяжелое задание. Даже вот для Гугла было очень тяжело. И поэтому последнее задание оказалось самым тяжелым. Я как не пытался, так оно по поиску и не нашло. Так что вот такая ситуация тоже может быть. Но надо пробовать, возможно, какой-то ракурс и распознается. Фотографий там много и площадь известная. Вот, ну а на самом деле это площадь, на которой и я был, и многие из наших подписчиков были. И, кстати, у нас победитель оказался четко, который ответил, канал Джинджер Коти. Германия, Египет, Италия, Англия, Венгрия. Четко, и вообще я поражен, я даже спросил как, ну просто вот они молодцы, и поэтому они заслуженно отправляются в раздел «Рекомендуем», вот рядышком с каналом Бурмикс и Джинджер Коти. Мы и так и разместили. Кстати, видите, поменялся формат отображения рекомендуемых каналов, теперь вот видите, вот в таком виде оно отображается.
Ну и также благодарим за участие вот канал «Уход за собой от А до Я». Они 4 страны верно угадали. И, кстати, вот последнюю страну в Венгрии они не отгадали. Это самое сложное, так что молодчинки. Также было много каналов, которые угадали и 3 страны. Вот, например, «Бурмикс» канал со вкусом, «Египет», «Италия», «Англия» угадали. Также вот канал «Водная артерия Сибири» угадали 3 страны верно. Ну что ж, молодцы, что участвовали в конкурсе. Делитесь этим полезным роликом со своими друзьями. Можно вот так вот по поиску искать разные города, страны, неизвестные места. И если вам повезет, вы тоже можете найти даже вот такой замок Нойшванш. А я попробую выговорить. Нойшванштайн. О, всем отличного настроения, пока!